Да всегда везде. И на работе, и дома, и на даче, и на рыбалке, и везде. Часто вместе, постоянно вместе практически. Вместе с Ауле Мендыкулова и Сергей Мановицкий с 2003 года идут рука об руку по жизни и плечом к плечу еще дольше сражаются за жизнь пациентов, иногда встречаясь в операционной. Оба выбрали профессию, не раздумывая. Сергей Васильевич из семьи медиков, а Сауле Исмуратовна с детства мечтала стать хирургом. На вопрос, тяжело ли жить двум врачам под одной крышей, отвечают коротко – очень. Но видят в этом и свои плюсы. Никто, как хирург, хирурга не может понять. Потому что есть такие чисто профессиональные, скажем так, вопросы, которые, в общем-то, покрыты определенной тайной, никому об этом знать не надо. Наверное, похожи они и в стремлении совершенствоваться в профессиональном плане как специалисты. Ведь медицина не стоит на месте. Появляются новые методики, новое оборудование. Схожи они и в отношении к пациентам. Стараются сделать все возможное, чтобы человек выписался из больницы здоровым. Сергей Мановицкий говорит, в начале пути хотелось непростых случаев. Что-то познать, что-то суметь, что-то победить. Ну, вот в таком плане. А потом постепенно, с приобретением, наверное, опыта, с течением лет работы, скажем так, все потихоньку менялось. И, в общем-то, самое, наверное, на данный момент это увидеть радость в глазах больного. Ну, а что нравится мне? Ну, нравится, когда вот, у нас же, знаете, вот урология, это же геронтология, это же деды наши, да? Ну, вот когда дед ходит, ну, так... Вот это я до слез прям, до сих пор. Так, болея душой за пациентов, они иногда, приходя домой, не находят сил даже поговорить друг с другом. Поэтому стараются вне работы находить время на единение с природой. И охотник он, и рыбак, он с 8 лет этим всем занимается. Его дедушка так научил все это. Ну и меня он тоже к этому делу пристрастил, не к охоте. А вот рыбалка, да, мы с ночевкой. С палаткой, все как положено. У нас все это есть, все абсолютно стоит готово. Вот просто решили, собрались, поехали. В профессиональном же плане супруги мечтают о внедрении новых технологий, чтобы большему количеству пациентов удавалось сохранить здоровье, а с ним и качество жизни. И благодарят коллег, говоря о том, что коллектив областной больницы – это в целом одна большая семья, в которой каждый любит медицину беззаветно, а потому и белый халат носит с гордостью. Алексей Краснов, Яна Гала, РТН.